разблокировал. И все у нас хорошо в прямом смысле слова. Как белая Верка Сердюшка. Хорошо, все будет хорошо. Да-д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 а. Так, дальше поехали. А ты сегодня скажешь, кто победил? Ну, не знаю. Если нам разрешат сегодня сказать, скажу. Если нет, то не скажу. Привет из Турции, Турции, привет. Кто в финале? Блюмин, Кранц, мы и Григорьева. Как проголосовать за вас, ребятки? О, Снегирей, привет. Нифига себе, Снегирей. Я там учился, это вообще моя родина. Привет из Братска. Вы достойны победы. Спасибо. Ты с кем? Сейчас один, еду к Насте. Никит, намекни после конкурса, как прошло. Нет, не буду намекать, не буду спойлерить, правда. Привет Израилю. Не жалею, что остался на проекте. Федя, тебе не друг. Да, друг, друг, друг. Не жалею, что остался на проекте, но могу сказать одно. Сейчас вот Настя лежит в больнице, на сохранении, у нее все хорошо. И у нас везде все хорошо. Нас не дергают, не провоцируют. Мы с ней желаем ночи, да, добрые, все целуемся, доброе утро, также улыбаемся, в любви признаемся, с мамой общается, у нас все хорошо. Поэтому, конечно же, проект влияет в какой-то степени на отношения. Потому что есть люди, которые есть, кто тебя любит, также есть зрители, кто любит, кто не любит, также есть и на проекте, кто любит, кто не любит. Кого я люблю, кого не люблю. И они провоцируют, подливают масло в огонь, тыкают палочкой в болячку. Поэтому отсюда все происходит. Конечно, вне проекта мы можем всего этого избегать. На проекте не получается. Но это тоже своего рода сила, командность. Как мы друг к другу относимся. Что мы не должны слушать третьи лица. То есть это школа. Это школа жизни очень сильная. Правда. Несмотря на то, что я в армии служил и много раз... Ого, свою работу, кстати, проезжаю. Прикольно. Ха, в своем костюме, в котором я был последний раз на этой работе, я сейчас ее проезжаю. Кайф. Вот, это просто отойти от темы чуть-чуть. Поэтому, конечно же, когда у тебя все плохо в отношениях, люди танцуют на костях, злорадствуют, еще что-то, да и в жизни, да, то есть как бы, ну, бог им судья, ничего страшного, ни на кого обид не держу, ни зла, потому что у меня сейчас максимально хорошее настроение, я максимально в гармонии, занимаюсь спортом, улыбаюсь, ржу, у меня сейчас как никогда все хорошо, я вернулся в свое состояние. А Селена меня не любит? Нет, у нас с Селеной прекрасные отношения, все было хорошо. И не буду о ней ничего говорить, потому что у нее сейчас произошло горе. Я только могу пособолезновать ей. Я ей сказал, что любая помощь, какая бы ни нужна от меня, финансовая, моральная, ты пиши, звони, всем поможем. У нас с ней все нормально, не парьтесь. Просто тоже были периоды, где мы там как бы гавкались, все. Врешь? Вру! Ладно, вру! Привет Сергею Александровичу, привет. Как Настя? Настя хорошо, сейчас ее увижу. Как Скалон? Скалон реабилитировалась, все хорошо. Расскажи про Скалон. Да все хорошо, не буду рассказывать. А на каком авто едешь? На Настином Мерседесе, вот. Иконку я тут сделал. Вот. Где твоя? Кто моя? Настя в больничке, сейчас еду к ней. Почему содержишь бывших? А как не содержать? У нее мой ребенок. Вариантов нет. Это, можно сказать, алименты плачу. Но когда что-то сверх алиментов просит, там, и машину отремонтирует, еще что-то, конечно, тяжело отказать. Мерзкий типок ты. Да, я мерзкий. Ты в обиде на Марину? На Марину? Нет, не в обиде. Просто я стараюсь как бы лишних людей рядом не держать. Поэтому ничего не обиди, это ее выбор. Она такая, какая она есть. И все. Просто я не хочу общаться с тем, с кем я не хочу общаться. И мне не интересно, что у них в жизни. Поэтому я как бы обхожу стороной. Сейчас, подожди секунду. Я просто тут подъехал сейчас, поэтому... Подъезжаю, точнее, к Насте. Так, с мамой как отношения? С мамой все наладилось, переписываются, общаются, все хорошо, слава Богу, аллилуйя, мы победили.
Но так бывает в жизни, поэтому я не понимаю там те, кто как-то по-другому считают. Но окей, я считаю, что ссоры, обиды и все это есть и будет. Вопрос в том, хватит ли мозгов все это разрулить и сделать так, чтобы этого не было, всех примирить. Получилось, но, конечно же, не только с моей помощью, а с желанием мамы и Насти. Так, ладно, ребятки, я подъезжаю к Насте. Все, выйду, наверное, чуть позже в эфир. Всех обнял, целую, хорошего настроения всем, хорошей погоды и всего самого-самого-самого.